хочу сказать про вчерашние подеи 27 февраля, когда под Верховной Радой произошла драка между Беркутом и людьми. Беркут напал на людей, их было примерно 50 человек, которые приехали из Ужгорода для того, чтобы встретиться с Парубием. Парубий не нашел ни времени, ни сил, ни мужества для того, чтобы выйти к людям или пригласить их к себе. Но и не отреагировать он не мог. В итоге реакция была Беркут, который напал на людей. Результат — порядка 30 пострадавших с двух сторон. Беркут атаковал людей, били по голове, старались бить со спины. И бить старались безоружных. Нормальная тактика Беркута, нормальная тактика ОМОНа. Ощущение такое, что мы в своей стране находимся в роли заложников. Если мы не объединимся сегодня, завтра тут, в Украине, в Киеве, в Хмельницком, в Полтаве, в Сумах, будет Россия. Русский мир. Ну, режим лайт или экстрим, не знаю. А Порошенко станет Путиным 2. Возможно, более жестким. И за то, что вы говорите друг другу, за то, что вы перепощиваете в интернете, вам будут давать полновесные строка, как сейчас делается в России, с соответствующими условиями содержания там. Одним словом, объединяйтесь, ребята. Объединяйтесь и боритесь с этим злом. Надо поехать до Печерского управления, а там вам... Я вас почу, я... Адвокат подъезжает. Нет, я проеду разом с вами, разом с адвокатом. Вчера ваши спецпротивники, мне уже побыло. Без жодной причины, без жодных подстав. Сегодня вы мне кажете, поехал разом. Поеду, если буду зі мною адвокат. А у вас документы какие-то есть, подозра, что-нибудь такое, ориентировка? Документы у нас есть. Так покажите. Службовое посвящение. Не службовое посвящение. Вы сейчас пытаетесь задержать человека, покажите. Либо я не подозру. Затримую, я запрошую. Не, запрошение, это вы можете жінку в театр запрошивать. Депутат сейчас побьет адвоката и разговаривает. Вот депутаты тут видео. Да, вот это. Что такое? Что за провокация, скажите? На підставі чого ви це тільки що робили? Інформація про те, що він учора здійснював напад посреди поліції. Покажіть, будь ласка, управління дасте покажемо. Давайте проїдемо до комунального управління. Він учора напів, а сьогодні що він робив? Я вважаю, що ви там не робили нахуй. Давайте його сюди, хто мені голову розбив? Что он сегодня нарушил? Чего мы его сегодня трогаем? Вы с бандой пидорасов. С народом вы. Что значит? Кому вы присягу давали? Я куда? Я еще раз скажу.